Здравствуйте, ребята. Я хочу сегодня вам подсказать, как можно подобрать тейп на свою работу. Зависит от того, какая грамматура этого тейпа и что вам нужно в вашей работе. Первый из наших тейпов – это вариант Speed, который, как можете здесь прочитать, имеет 160 грамм хлопка. Что это значит? Для нас это информация, что он легкий в ощущении для пациента, что он хорошо подойдет для лимфодренажа, для детей и для всех аппликаций, которые касаются лица. 160 грамм тейпа дает вам информацию, что его возможности растяжки чуть-чуть отличаются от других. Потом у нас идет вариант, который называется Action. Да? Здесь грамматура имеет 185 грамм. Это лента, которая будет более такая сильная, она будет даже сильнее держаться на коже, не по поводу длинности времени, только по поводу силы закрепления. Эта лента справится очень хорошо у людей очень активных, у людей, которые занимаются примерно спортом, у людей, которым нагрузка снаружи вообще не мешает. Ona podejdzie także do stabilizacji, podejdzie dla tych wszystkich technik mobilizacji suszabów, mięśni. Utacznić między tym a tym wariantem po powodu limfodrenaża. Ja mogę wam wskazać, że do limfodrenaża lepszy będzie wariant Speed czy Action, ponieważ to Action idzie od bolsze w naprawieniu mięśni i suszabów. Jeszcze u nas jest jeden wariant, ostał się, nazywa się Power. Очень сильная лента, которая имеет 200 грамм, очень сильно, очень хорошо справляется у всех, где эта стабилизация уже начинает быть как мобильный горсет, сколиозы, да? Или нестабильность суставов после какой травмы, тогда я могу вам рекомендовать Power. Тогда цвет это одно, a даже грамматура этой ленты это другие. Ребята, еще раз, сам легкий вариант это хороший вариант, который касается лица, лимфодренажа, детей. Там, где нам нужно сделать так, чтобы пациент сильно не чувствовал того, что что-то на нем наклеено. Потом у нас есть следующий вариант Action, который хорошо использовается, как нужно нам сделать мобилизацию на коже или мобилизацию фасциальную, даже стабилизацию, очень хороший вариант. По поводу лимфодренажа я бы его не давала, потому что не нужна такая сильная лента для лимфодренажа. И последний у нас Power, который очень хорошо заработает как мобильный горсет, который делаем, как работаем за сколиозом.